Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Это видео подготовлено для рыболовного магазина F-магазин и хочу рассказать про катушку от компании Namazu. Модель называется Big Sting. Поставляется вот такой вот упаковке, но на упаковке не указано, где производят данную катушку. Также не указан вес. Вес данной катушки у меня получился 270 грамм. В комплекте идет дополнительная графитовая шпуля, сама катушка и взрыв-схема. Регулировочных шайб не было. Если посмотреть на взрыв-схему, то здесь имеется 5 плюс 1 подшипников, как и указано в инструкции. Два подшипника на ведущей шестерне, два на ведомой, 29 это муфта обратного хода и один подшипник в ролике лесоукладывателя. На паразитной шестерне имеется втулка. Здесь указано, что имеется две втулки в кнобе, но, к сожалению, кноб неразборный. Вот так выглядит данная катушка в размере 3000. Это размер, как и у Шимана, диаметр шпули 47 мм. Данная катушка имеет ход по плавности где-то средний, может чуть выше. Присутствует шум. Можно слышать. Возможно, не хватает смазки, так как дорогие катушки с завода уходят сухие. Внешний вид приличный, сделано все очень неплохо. На шпуле имеется скос, шпуля алюминиевая, шаг у фрикциона где-то средний. Фрикцион очень громкий. Душка полая. Ролик лесоукладывателя покрыт как бы нитридом титана, но я думаю, его здесь нету. Откидывается очень уверенно, имеется характерный звук, подтормаживатель ротора здесь отсутствует. Но самосбросов быть это не должно, потому что душка фиксируется очень жестко. Имеется стопор обратного хода. Главный плюс данной катушки то, что ручка у нее ввинчивающаяся в главную пару. Ставится она как на левую, так и на правую руку. Если говорить про люфты, то имеется люфт в кнобе. Как осевой, так и продольный. Этот кноп неразборный. Если снять эту крышку, то там ось запрессованная. Поэтому поменять втулки на подшипники не получится. Люфт главной пары продольного вообще нету. Осевой небольшой чуть-чуть. Люфт главной пары. Регулировка отличная. Очень странно, что такая недорогая катушка так хорошо отрегулирована. Люфт ротора очень маленький. Люфт шпули. Можно видеть, тоже приемлемый. Ход у катушки неплохой. Вот можно видеть, сколько она делает оборотов. Подшипники здесь закрытые. Вот как-то так. Данную катушку можно приобрести на сайте F-магазин, если пройти по ссылке в описании под видео. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Всем пока.